Доброе утро. Идем резать козла. До Нового года. Чтобы было мясо на Новый год. Ох, какая погодка. Красивая, тихая. Ошейник. Где, интересно? Забрал он, нет? Чтобы козла выводить, держать, ошейник у нас есть. Где-то ведь на глаза мне попадался. Может, он его взял? Ай! А, ты хочешь? Нет, тебя же не надо! Смотри, смотри. Ой, 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 целую ваши ручки. Давно, давно. Вот видите, вот губа что. Каждый раз говорю, коза сожрет руку по локоть, по шею откусит. А этот вот он просто губочками своими шлепает. Тише. Тише. Что-то не так у нас пошло. Ага, сухарики, думаешь, как собакам бы ношу, да? Ну нет, козам же не надо. Нет. Давай мы смотреть, кто у нас. Кого нам забрать? Давай будем искать. Вот это арастая. Она коричневая арастовая. Это отбраковка. И такая она противная. Вот видите, все будут стоять. Молчать, ну кто-то там мекнет. А это прям мерзкая. Так. Ты, наверное, да? Давай сейчас посмотрим. А, или ты. Надежда. Ну, что? Пристегивай сразу. Муж приехал сейчас с работы, он уже был на работе. До трех поработал и приехал. Пока светло, чтобы зарезать. Вот приехал. Ну там с детьми зарезать. Быстрее, 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 быстрее. Я что быстрее? Давай, собирай. Ножи собирай, ведра наливай. А то потом начинается. Вышли, козла достали. Пошел, постой, сейчас я. Ведро еще. Пошел вон за ведро. А мы стоим, ждем. Зато надо было быстрее, быстрее. Тихо, тихо. Ведро. Два ведра воды. С одного полоскать. Мыть руки, если что, чтобы всегда чистая вода была. А в другом там что-то поливать. Ножик прополоскать не в самом ведре, а оттуда воды брать. Поэтому два ведра всегда выносим с собой. Не кричи.
Не кричи. Два ведра воды теплой. Это вон для внутренности один тазик. И в большой, в белый складывать мясо с костями. Ну, все, все, все. Тихо, тихо, не пугайся. Ну, орет он просто потому, что вот они все стоят, а его одного взяли. Они же... Ничего себе, ты бока наел, смотрите. Такие, ну, не видно. Не видно, это загораживает. Потому что стадные же, если одного где-то оставить в сарае, он, естественно, будет раздираться. Ну и, как всегда, несу сразу подарочки этим. На себе. На. Ну, где твой нос? На. Сначала они положат там каждый у себя. Нужно же это спрятать, сторожить, чтобы врагам не досталось. Ага, Динка стоит. Не знаю, что делать с ней. Ну, заходи к себе туда, да. У них отдельные будки. Угу. Выглядываете? Подглядываете, да? Им не видно, вот эта вот штука мешает. Она как раз по прямой, там, где мы режем, потому что режем сегодня не за сенником, а возле теплицы, чтобы в теплице сразу его и разделывать. Эти стоят, подглядывают. Ну, вот эта штука, вот она все закрывает. Вот это вот. Видите, они там, вон, за ней они как раз там стоят. День. Видите, какой? Ножки задние. От этой шкурки немножко пока освободить. Вот этот, доску. Ну, вот, может, которая стоит. Эти штучки от шкурки пока надо освободить, потому что вот за эти сейчас будем подвешивать за задние ноги. Поэтому в первую очередь вот так вот, и чтобы уже потом он будет разделывать. Пузень. Видите, если один жирает, сколько. Мы подвесили, мы сегодня вдвоем, то и Дэнни еще помогает, потому что козлик такой, видите, есть помельче. Тащить куда угодно можно, тащить. Ничего, не тяжело, а наверх подвешивать тяжело. Все, справились. Вот так вот берешь, допустим, он за эти ноги, а я двумя руками вот так вот обхватываю его. Вот здесь вот. И двумя руками вот так вот обнимаю, и так легко. Сжимаешь и наверх вот так вот поднимаешь. А он здесь завязывает. Наверху. Не убежал. Мы с Миланой в Москве. Бурденко. И институт Бурденко. Милах там тоже репортаж ведет, подружкам своим снимает. Ты снимала эти здания, нет? Телефон сфотографирую девчонкам. А? Милана уговаривала. Уговорила? Давай. Просто в метро фотозона стоит. Милане говорю, возле Мэя. Мэй Милана. Надо сфотографироваться.
красиво. Не, я вижу, не самая, конечно, красивая станция метро, но все равно красиво. Точка Милана. Ждем, заказали, и заказали на вынос, будем есть в машине, нас папаня ждет в машине. Милах получает наш. Милане с колой, мы с пакетом. Сейчас папаню найдем, он где-то тут стоит. И в машине поедим. Там не стали, потому что, ну, такая, знаете, так чисто забегаловка. Я всегда не пошла, но Милане интересно. Вот каждый раз, когда сюда едем и сюда заходим, берем с собой просто. Я себе... Блин, вообще темно. Всегда заказываю здесь Цезарь ролл. Думаю сначала, что такое ролл-то? Что это шаурма. Милана себе заказывает здесь всегда бургер. Ну, мы, конечно, взяли еще ребятам картошку фри. Бургеры, да, им еще? Нет, роллы мы им взяли. Понятно. Бургеры мне не нравятся. Сейчас ночь, подъезжаем к дому. Забрали ребят у бабушки.